В веселых весенних стартах в Видновском центре «Дельфин» приняли участие 120 ребят из вторых, третьих и пятых классов. Все они ученики седьмой школы, и у всех один урок физкультуры в неделю проходит в бассейне, где их обучают плаванию. И на соревнованиях ребята показали, чему научились. Здесь ребята с общеобразовательной школы приходят на урок физкультуры и работают так, что могут показать разряды. Значит, и тренеры хорошо работают, и ребятам нравится, и родители, когда видишь, понимают, что здоровый образ жизни, все-таки это прекрасно. Школьникам предстояло сдать два норматива – 25 метров кролем на спине и 50 метров вольным стилем. Причем за успешное прохождение последнего можно получить спортивный разряд. Веселые старты полностью оправдали свое название. Было азартно, шумно и весело. Ребята дружно поддерживали своих одноклассников. Миша! 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 На 25-метровке Саша Лебедев из 5 Б оставил далеко позади своих соперников. Он занимается плаванием всего 2 года, но уже почувствовал на себе его положительное влияние. Тренируются эти мышцы и дыхалка, и здоровье становится лучше. И он, и София Буданова из 5 А показали отличные результаты и заняли призовые места. Тяжело, но волнение очень, большое волнение. Прям. Но когда ты проплыл, такой, отпускает, и прям чувствуешь себя более сильнее. Все участники соревнований могут назвать множество причин, почему им нравится заниматься плаванием в «Дельфине». Плавание нужно, если ты полненький, ты можешь похудеть. Мне нравится плавать на спине и баттерфляем. Еще мне нравится директор наш хороший. Тут очень хорошие учителя, они понятно объясняют все. Я очень довольна. Школьников, показавших лучшие результаты на обеих дистанциях, торжественно наградили дипломами, а также поздравили тех, кто получил юношеские разряды. Порядка 20 человек выполнили юношеские разряды, это вторые и третьи. 2 человека проплыли с результатом первых разрядов, но подтверждение этих разрядов будет только на чемпионате Ленинского района, потому что статус соревнований нам дает право присваивать только вторые и третьи юношеские разряды. 31 марта в «Дельфине» встретятся сильнейшие пловцы из Видного и Развилки. Победители этой встречи отправятся 24 апреля на чемпионат Ленинского района. Екатерина Борисова, Егор Хлябич, Елена Кошелева, Видное ТВ.